Забрызганный кровью, грязный нищий рычал. Свирепо скалил зубы и бегал на четвереньках вокруг трупа растерзанного им подростка. Такая жуткая картина предстала перед глазами случайных прохожих, которые заглянули в редкий кустарник на окраине леса, услышав подозрительный шум. Задержанный нищий назвался Жаком и заявил, что растерзал мальчика, когда превратился в волка с помощью волшебной магии. Эта реальная история, случившаяся в конце 16 века во Франции, была отнюдь не единственной, когда люди всерьез утверждали, что им удается тем или иным способом превращаться в свирепые и хищные животные. В той же Франции уже в 17 веке перед судом предстала женщина, которую крестьяне обвинили в том, что она превращается в волка и нападает на людей и домашний скот. Обвиняемая обещала суду продемонстрировать некий колдовской процесс, с помощью которого можно обернуться волком. Женщина под конвоем отправилась в свою хижину и принесла оттуда миску с дурно пахнущей мазью, натерлась ею и впала на несколько часов в кому. Конечно, у нее не выросли клыки и не появилась шерсть. Тем не менее, очнувшись, она заявила, что побывала волком, и даже умудрилась загрызть на окраине родной деревни корову и овцу. Велико же было удивление судей, когда специально посланные в указанное женщиной место крестьяне на самом деле обнаружили погибших животных. В середине 17 века подавляющая часть населения Европы нисколько не сомневались в реальное существование оборотней. Их регулярно отлавливали и, как и ведьм, сжигали на кострах. Достаточно было какому-нибудь волку загрызть ребенка или корову, и разгневанные крестьяне обычно всегда находили виновного в ликантропии. Чаще всего это был человек, который каким-то внешним данным или своим поведением выделялся в крестьянской среде. Только во Франции за 100 лет было осуждено и казнено почти 3000 человек, которых посчитали оборотнями. Весьма любопытны признаки оборотня и средневековых трактов. Если у человека были заостренные уши, какие-нибудь странности с зубами, слишком волосатые руки, густые сросшиеся брови или кривые ноги, то его вполне могли принять за оборотня. Достаточно сейчас оглянуться вокруг в любом многолюдном месте, чтобы понять, отловить оборотня. В середине 17 века проблем не составляло. Ну а если человек не соответствовал этим признакам, его можно было обвинить в том, что он пил воду из источника, облюбованного волками. Этого считалось достаточным, чтобы он превратился в оборотня. Несчастного, обвиняемого в ликантропии, часто подвергали пыткам, особенно если он упорствовал в своей невиновности. Непереносимые мучения заставляли жертву сознаваться в самых немыслимых грехах. Бытовало мнение, что оборотень превращается в волка, просто выворачивает свою кожу наизнанку. Поэтому особенно пристрастные охотники на оборотней пытались под кожей несчастных обнаружить волчью шерсть. Мало кто мог выжить после таких изуверских исследований. Почему же в середине 17 века во Франции так усердно верили в существование оборотней? Этим вопросом занимались многие ученые. Они установили, что поверья об оборотнях существовали и порой до сих пор бытуют практически у всех народов. Разница заключалась только в хищном звере, в которого мог превратиться человек. В Европе это был волк, в Южной Америке – ягуар, в Африке – лев, леопард или крокодил, в Индии – тигр, в Северной Америке – медведь. Да я так могу до бесконечности продолжать. В древности люди часто обожествляли хищников, которые представляли для них наибольшую опасность. В Африке еще недавно существовал культ людей-леопардов, которые носили шкуры этих хищников и совершали человеческие жертвоприношения. В свое время викинги во время войны надевали на себя шкуры волков, считая, что они принесут им свирепость и ловкость, присущую этому хищнику в бою. Несомненно, что такое одеяние оказывало на врагов и определенный психологический эффект. Некоторые исследователи считают, что именно такие одетые в звериные шкуры люди стали определенным прообразом для предания об оборотнях. Существенным фактором для возникновения легенд об оборотнях являлось буквально засилье волков в средневековой Европе. Эти свирепые хищники нападают не только на скот. Их жертвами часто становились дети, одинокие путники. Особенно наглыми и опасными становились волки зимой, когда голод гнал их поближе к людям. Иногда на просторах Европы появлялись настоящие монстры. Наподобие волков-людоедов. Самые настоящие волки-людоеды, жертвами которых стали не менее 60 человек, основную массу которых составили дети и женщины. Изворотливость и неуловимость этих волков многим позволяло предположить, что это не просто волки, а самые настоящие оборотни. Еще в поддержании веры в оборотней определенное влияние оказали маньяки, психические больные люди, которых хватало и в те времена. В
1754 году, как оборотни, были заживо сожжены субруги Гарни. Изучение этого дела историками показало, что главный обвиняемый Жиль Гарни, скорее всего, был душевно больным людоедом. С появлением огнестрельного оружия и постепенным истреблением волков стали исчезать и жуткие истории об оборотнях. Если бы не ужастики и книги на эту тему, пожалуй, об оборотнях сейчас бы и никто и не знал. Удивительно, но о встречах с оборотнями очевидцы умудряются сообщать и до сих пор. Правда, никто из них так и не видел процесса превращения человека в волка. В 1960 году в одном из зарубежных журналов Техаса описали загадочный случай. У одной женщины в одной из ночей в затянутое металлической сеткой открытое окно стал кто-то скрестись. Женщина стала приглядываться, и когда вспыхнула молния, увидела ужасную волчью морду. Когда она побежала за фонариком, чудовище убежало в кусты, а скоро вместо волка из кустов вышел мужчина, который быстро скрылся в направлении дороги. Огромное спасибо вам за прослушивание, с вами был как всегда я, Носферату. Приятных вам кошмаров и да хранит вас тьма.